Сегодня прошел очередной день принятия экзаменов по специальности экономическая безопасность Тюменского государственного университета. Работа прошла по системе видеоконференц-связи через специальное приложение. Конечно, это очень удобно, потому что члены комиссии находятся в разных городах, могут находиться в разных городах. Студенты находятся в комфортной обстановке где-то у себя дома. Конечно, это позволяет снизить нервозность ситуации, более лучше подготовиться к вопросам. И сегодня, вне всякого сомнения, эти технологии, они будут применяться. В каком объеме, это уже другой вопрос, это жизнь покажет. Но в целом, хотелось бы отметить качество подготовки сегодняшних студентов, потому что первые два дня, наверное, немножечко не приспособились к системе видеоконференц-связи, а сегодня студенческая молва уже говорит о том, что это достойно, комфортно и удобно. Поздравляю всех с завершением, успешным завершением экзаменов и получением диплома Тюменского госуниверситета.